я замужем, у меня ребеночек есть. Матушка Валентина мне помогла в рождении моего ребенка и спасении меня. До того, как забеременела, я беременность моя протекала хорошо. Вот, и я до этого тоже ходила в церковь, соборовалась, исповедовалась. Вот. И мама мне рассказывала про многих святых, в том числе про Валентину Минскую. Вот. Беременность хорошо моя протекала, вот тоже уже было время рожать, и меня муж повез в больницу, еще было 2 недели до родов, и вдруг мне становится резко плохо, меня везут в реанимацию, и вот во время уже, перед тем, как мне анестезию сделали, я увидела икону. До этого я ее никогда не видела. Вот я смотрела на нее, думала, какая красивая икона, заснула. Потом, вот, когда я уже проснулась, мне сказали, что все хорошо, ребеночек родился. Вот, я лежала там несколько дней в реанимации. И все время думала, что за икону я видела, потому что икона на самом деле была, она висела не на стене, а как в воздухе. Во время того, как я пребывала в больнице, было такое ощущение, что меня как будто кто-то обволакивает, как будто меня обнимает кто-то. И хоть у меня вот с давлением было, у меня давление постоянно повышалось. Такое вот ощущение, что все будет хорошо. Врачи говорили, что если еще полчаса, то я бы с ребенком умерла. У меня бы кровоизлияние мозга случилось, и все было тоже. После того, как я приехала с роддома, все, естественно, мамочки хотят покрестить своих детей. И также я хотела. Мы хотели в ноябре покрестить, но у нас в ноябре не получилось. В декабре не получилось, в январе не получилось. Вот февраль наступил, в феврале наконец-то получилось. Я до крещения все ходила и смотрела, что за икона. Я ведь вообще никак не могла вспомнить, что там за икона такая была. Думала, что это, может быть, Мария была, и что она в руке держала, никак не могла вспомнить, что же она держит в руке. Вот. И вот когда уже день крестили, мы пришли в храм, всех скорбящих радостей в наш храм, когда мы ходим. Вот и мама говорит: «Лена, вчера был день Валентины Минской, пойди поклонись». Я подхожу к иконе и чуть не остолбенела, потому что я увидела вот ту икону, которую я видела на операционном столе. И я смотрю на нее, и икона смотрит вот как мне в глаза, и вот она говорит, как бы во мне ее голос. Она говорит: «Это я тебе помогла». И все, я вспомнила, что это Валентина Минская, вот у нее в руках вот она такой вот перышек такой держит.